Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Вернуть деньги за навязанные дополнительные опции при покупке автомобиля можно. Это доказал житель Красноярска. При оформлении сделки в автосалоне ему пришлось заплатить еще и за некую юридическую поддержку, а также за помощь в нештатных ситуациях на дороге. Через некоторое время мужчина захотел получить деньги назад. Дилер отказал. Автовладелец пошел в Роспотребнадзор, а затем и в суд. Последний постановил взыскать с продавца в общей сложности 400 тысяч рублей. Из них 10 тысяч составила компенсация морального вреда. Трасса 101. Судебные приставы предупреждают, если у вас есть долги по штрафам ГИБДД или по транспортному налогу, то это может вам во многом помешать. Например, в Ивановской области 30-летний мужчина пошел устраиваться на работу, но руководство компании ему отказало, ссылаясь на то, что соискатель не заплатил более 200 тысяч рублей транспортного налога. Эту информацию можно проверить через банк исполнительных производств. Так, говорят приставы, поступает любая порядочная организация. В итоге ивановцу ради нового места долг пришлось погасить. Трасса 101. Москва, очевидно, станет первым российским городом, где дорожные камеры научатся штрафовать водителей за опасное вождение. По словам одного из столичных чиновников, комплексы фиксации к этому готовы, надо лишь установить необходимое программное обеспечение. Термин «опасное вождение», напомню, был включен в ПДД в 2016 году, однако наказания до сих пор нет. Ранее предлагался штраф в 5000 рублей. Опасное вождение – это в том числе резкие перестроения в плотном потоке, несоблюдение дистанции и интервала, необоснованное торможение. Трасса 101. Хороший водитель – это тот, кто собран и уверен в себе. Он может нарушать ПДД, но это простительно. Так идеального шофера охарактеризовала основная масса участников опроса, проведенного изданием «За рулем». На водительский стаж в первую очередь ориентируется почти 30% респондентов, 25% – на неукоснительное соблюдение правил дорожного движения. Оставшиеся заявили, что самый лучший водитель – это отец, муж или брат. Трасса 101. В Россию зашла еще одна китайская автомобильная марка «Weltmeister». Специализируется она на выпуске электромобилей. Для заказа доступны два кроссовера на электрической тяге – EX5Z и W6. Оба они оснащаются силовыми агрегатами мощностью 218 лошадиных сил. Однако второй имеет чуть большие размеры и больший запас хода – свыше 600 километров. Что касается стоимости новинок, то для многих она является неподъемной – почти 4 миллиона и почти 5 миллионов рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».